Дякуємо, що залишаєтеся з нами. до нас доєдналася гостя Анна Гомонова, художниця, переможниця світових конкурсів краси, модель, художниця у третьому поколінні, дизайнер і міжнародний посол краси. Скільки красивих так. Вот да, Це вот да. все я з чого починається ранок, такої людини, як ви, З чого починається ранок? У мене на деле, ритуал. ділі Я просыпаюсь, делаю дыхательную гимнастику. Mm -hmm. Вот так немножко вдохнула, выдохнула, набрала сил. Для меня важно, чтобы утро у меня было спокойное, тихое, без каких-либо звонков, людей. Да, я люблю выпить чашечку кофе, у меня такой ритуал, сделать себе кашку и посидеть в тишине, посмотреть что-то в инстаграме. Там. А чи бывает такое, что що прокидаєтесь ранку, берете пензлик и творите самого-самого Ну, не будем фантазировать, такого не бывает, потому что утром обычно ну, у меня не очень много энергии, мне нужно немножечко вот так вот набраться сил. А в каком стиле ваша творчесть в художестве? Экспрессионизм. Я в третьем поколении, у меня дедушка заслуженный художник. СССР. У меня папа член Союза художников, и я с детства росла в мастерской художественной. Я закончила художественный лицей, художественное училище, высшее у меня экономическое образование. И у меня очень много международных выставок, проектов. Буквально вот в ближайшее время я готовилась к выставке в Вене, она будет проходить в марте. До этого я участвовала в Риме в выставке, в, Бьеннале, в Венеции, ну, у меня по всему миру выставки. Когда вы відчули, что вы хотите продолжать династию художников? У меня не было вариантов. У меня семья художников. Мама отдала мои документы. У меня дедушка и папа очень сопротивлялись. Они не хотели, чтобы я была художницей. Почему? Это же навпаки, треба продолжать Ну, династию. на самом деле, это кажется, что... Ну, понятно. Это, во-первых, это не женская профессия, на самом деле. Потому что кто с этим сталкивался, это большой труд, это постоянно выставки, это постоянные, если ну это специальное образование, не просто это любители, дилетанты, это такая же сложная профессия, как и любая профессия. Где вы, зазвучали любите малювати? Это какая-то особая мастерская? Да, у меня есть мастерская, у меня в доме есть своя студия, и у меня в Минске тоже есть наша мастерская, которая еще нам перешла от дедушки, она находится в самом центре города, в прекрасном виде. Историческое место. Да, истори... да, историческое место с прекрасным видом на речку Свислочь. Вы часто подорожуете, или да. малюете вы в подорожах? Нет, у меня папа тоже всегда с собой брал там какие-то карандаши, художественные материалы. Но на отдыхе, ну. Ну, честно говоря, ты вдохновляешься, смотришь, там, фотографируешь, а потом набираешь, дальше... А да, набираешь, хочешь? потому что ну, с собой вести материалы, они не такие легкие, это постоянно перевесы. Ну, и, например, стоять там на жаре где-то, писать картины или еще где-то. Ну, мне можно сделать какие-то эскизы зарисовки, но нет. Скорее, нечем, да. Ну, а те, що арти, так, то, что взагалі арты, художники, это не вважается однією из найвысокооплачиваемых профессий взагалі-то. Но тем не менее, вы называете это прям профессией. То есть это основной ваш доход, или нет? Ну, вы же перечислили мои Модель, многочисленные такая, регалии, да. Я буквально вот только приехала, заметьте, у меня красивые цветы, загары. Я снялась для двух обложек мировых на Мальдивах. И поэтому у меня очень много. Я сейчас владелец клиники красоты, и поэтому у меня много бизнеса. Ну, выжить для того, чтобы быть только художницей, это невозможно, ну, да? Ну, придется умереть тогда, <laughs> А потом уже прославиться и продать свои картины на Сотбис или с выставки. Кто и я к вас запрошен на съемка и чи это вы, вы запрошения, чи приймаете все? Нет, не все, конечно, не все. У меня уже такой статус: у меня в моей коллекции 17 корон, вот. поэтому у меня уже такой статус, когда я могу выбирать и выбирать только самые интересные и выгодные для меня предложения. Вот для меня сейчас интересны международные проекты. Я не разменилась. То есть в Украине вам не пропонуют чего-то своего? Нет, не, понятно, конечно. Ну, как бы, в Украине вообще такая тема. Давайте по бартеру, давайте так, давайте так. Ну, э, я ценю свой труд, я ценю свое время, и поэтому у меня такие вот, ну, как-то мелкие проекты не интересны. Чи не задумывалась вы створить какой-то конкурс, конкурс красоты? так? Мне все предлагали, мне много кто предлагал, но понимаете, как бы, это, это тоже, это огромный труд, если знать всю подноготную вообще этого модельного бизнеса и конкурсов красоты, это не просто красивая обложка, люди созда на данный момент очень, я думаю, наверное, не осталось национальных каких-то конкурсов, все эти конкурсы стали частными. Это огромные деньги, это зарабатывание денег. И готова ли я просто эм, тратить свою энергию и силу на, на женщин, которые никогда не будут довольны, которые всегда конкурируют и которые считают себя самыми лучшими, самыми успешными? Э, сложно объяснить, что э, в итоге это частный бизнес. От і как ви що найскладніше взагалі професії моделі, тому що ми розуміємо, у вас великий це кількість цих регалій, так і конкурсів, які ви пройшли. І часто у нас вчора, до речі, був також співак український, так сам Вел, який які також моделлю є. Він казав про те, що це складно, тому що це дуже складні важливо. людські стосунки, і дуже складно в цьому знаходитись постійно. Ні, ну человеческий фактор для мене. Я вже навчилась не обращати уваги, там, як сейчас модно говорити, хейтери, доброжелателі. Для меня это совершенно, это самое последнее, на что я обращаю внимание, это сложно и энергозатратно. Потому что, например, вот съемки сейчас у нас проходили, у нас подъем в 6 утра, вот, это, ну, там, ты собираешься, тебя красят. У меня тело на самом деле после двух съемок болело настолько. Это больше, больше чем какая-то кардионагрузка, потому что тебя там пытаются куда-то подвесить, где-то утопить, где-то положить, где-то в воде, где-то где ты себе уже... так? Да, ну как бы, и на самом деле вот у меня вплоть до того, что у меня про выгорел пробор, и я когда вечером принимала душ, у меня кап капали, ну, душ капал мне на голову, и мне казалось, что у меня раскаленный металл, у меня просто на жаре 30 градусов выгорел пробор. И вот, ну, вот, как бы, вот такие моменты, когда ну, от тебя это ничего не зависит, а тебе приходится работать. И капризничать тут неуместно, потому что тут задействована целая команда, и как или ты работаешь, или кто-то другой работает. Вот и все. Как вы поддерживаете свою хорошую форму? Расскажите свои секреты. Я вам расскажу, пожалуйста. Я кушаю все подряд, но я э, занимаюсь постоянно фитнесом. Счетенно? А, вот, ну, практически ну, 4-5 раз в неделю. Три раза в неделю у меня это... Э, там какой-то фитнес, например, джим, там я хожу в тренажерный зал, а потом у меня какие-то кардио нагрузки. Вот. Но кушаю я все, потому что ну, нужно слышать свой организм. Я не придерживаюсь какой-либо диеты, потому что это все, на мой взгляд, это полная ерунда. Стосовно картин, что вас надыхает? Где выбирать натхнение? Ну, смотрите, я путешествую, я бесконечно путешествую. Конечно, это меня вдохновляет. И вдохновляет новые страны, новые впечатления новые люди, новые знакомые. Яка из остальных вас дуже вразила? И что после того вы намалювали, если намалювали? Да, я была вот э, недавно и на Мальдивах, и, и на Бали. А вот я после Бали сделала картину, тоже написала. Я ездила на экскурсию и в джунглях на качелях каталась, которые так в пропасть вот, и сделала такую картину, и она поехала в Рим. Ну, вы людина, яка любит подорожевать, Ой. очевидно. Очень. Як тоді переживали карантинні оці заходи, коли закриті всі кордони? у меня как-то так все вот меня миновало, потому что я успела тогда, я помню, сразу, когда закрыли границы, я только прилетела, уже в Китае закрывались границы, мы полетели на Бали, мы там протестовались две недели. Вот, потом я прилетела, ну, понятно, я придерживалась правил карантина, конечно же. И потом, сразу же, как открыли границы, на следующий день я улетела в Турцию. И так как у меня родители живут в Беларуси, а я живу в Киеве, мы с ними встречались каждый месяц в Турции. Вот, и каждый месяц я ездила в Турцию, а потом вот сейчас э, во Франции закрылись границы, мы перенесли нашу поездку на Мальдивы и вот полетели буквально на Мальдивы, в пятницу и вернулась. Прямо не вытрачаете час, а все так читко. Да, да, да. Ну, а коронавірус якось вплинув на вас. Можливо, знаєте, люди в цей час ну, я якісь нові для себе там, відкривали професії знову ж таки, якісь там сфери діяльності. Щось якось для вас це відмітилось? Ну, зрозуміло, що слушайте, нове треба приспосаблюватися к новим правилам. І тому, ну, так, да, ну, так глобально, як то моя жизнь на, глобально, на мою життя не повлияло. Зараз переважно все наше життя в соцмережах. Так, да, я стала як... тіктокерше. Пожалуйста. Расскажите, как это стало? Это вот стало Это стало очень просто. Я приехала в Минск, я попала на две недели самоизоляции. Вот, я сидела дома, и, конечно, делать было нечего. Вот, и я начала пролистывать. Сначала просто зарегистрировалась, потом начала пролистывать, потом подумала, а почему бы и нет. <гум> а от і все. І зараз у мене вже 70 тисяч підписчиків. <гум> Ми знаємо, що в Білорусі не проста ситуація, і досі якісь такі коливання політичні. Як ви ставитесь взагалі до. Ну, Те я беседачи. аполитично, как бы, мне, я, я не могу так говорить, потому что, ну, как бы, я, конечно, всем сердцем с белорусским народом, но я уже 10 лет живу в Украине, и, э, ну, я, е, вот, если честно, я не представляю свою жизнь уже в Беларуси, Наверное, для меня уже маловато там места. Ну, а батьки э... все-таки решают там залишиться, так? Они а, не собираются батьки ну, родители пока, ну, понимаете, родители, там, у меня мама пенсионерка, папа у меня преподает в ВУЗе, вот, ну, у них, у них все спокойно, если не участвовать в этих вот волнениях, то, в принципе, передвигаться по городу спокойно, я приезжала в этот момент, и у меня как раз квартира находится в самом эпицентре, около Стеллы, ну, я смотрела, ну, это самый разгар же был в начале, вот. А сейчас это все утихло, ну, ну, я стараюсь не как бы не принимать ни чью-либо сторону, потому что э, это усиливает чью-либо позицию. Я не хочу усиливать чью-либо позицию. Я хочу просто спокойно, спокойно, мирно жить и, и радоваться жизни. Что до ви вы да. так на активно занимаетесь, так, был аукцион, там много э, грошей здобули для. Да, мы Основные я и в Беларуси проводила аукцион, и тут мы проводили аукцион с медийными людьми. Я тоже постоянно принимаю участие в благотворительных проектах, всегда поддерживаю по возможности. Да, мы там собирали тоже для, для детей о, для, да? для детей. Мы там с Николаем Тищенко делали там Хмара уча... ну, у тебя. Ну, нас много там Евгений Хмара, так. Да, 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 да. У нас много тоже. Это активная деятельность, или это так точковый Вы від... знаете, у нас есть там тоже проекты "Краса Украины", и мы с девочками, а, с участницами международных конкурсов, мы перед, например, нашим каким-то проектом, конкурсом всегда собираемся, мы едем а, и ну, в детские дома. Мы каждый год это делаем ну okay. есть якась знаете группа людей до якої вы ставитесь с наибольшим питетом, когда, ну, когда вам жалеешь за все, может быть, это або дети, або там самоотнюдные люди, або люди хворе. Mm -hmm. Да, я, я вообще, ну так меня очень легко как бы я, я всегда причастна ко всем бедам, каким-то проблемам. Меня легко попросить о чем-то, я всегда иду навстречу, поэтому у я не разделяю, мне и животных жалко, мне и людей жалко. Ну, я просто где ваше интервью, э, и там выказала про те, что если бы у вас был миллион, например, вы ну, я вот говорят завжди модели, что мы дадим это на мир всему свете, да? Я, я, я громкие фразы не говорю, потому что, ну, конечно, если бы у меня был последний миллион, весь последний миллион я бы не отдала. Я думаю, никто бы из нас последний миллион не отдал, потому что потом бы нам пришлось помогать. Но, конечно, часть денег я всегда с удовольствием призываю и помогаю. И... Что до бизнеса, так вы бизнесвумен. У вас mm -hmm. есть да, бренд клиника. одягу, так, да, так, клиника. клиника. Как они сейчас работают в карантин? Ну, по-разному. Бывают сложные моменты. Э, с переменным успехом, но мы не отчаемся. У нас э, хорошая, сплоченная, дружная команда, и мы всегда верим только в светлое будущее. Все равно это как черная полоса пройдет, наступит белая, поэтому нужно, главное, в такие моменты, вот я даже себя, я себя не жалею, потому что я, я никогда не впадаю в депрессии, я никогда не страдаю, не переживаю, вот, я просто, ну, могу сесть, подумать, проанализировать какие-то свои ошибки, еще что-то, но не, 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 впадаю в депрессию ни в коем случае. Вы сказали, что любите подорожевать с видом. А в Украине у вас есть улюбленные места? Ой, я в Одессе очень люблю бывать. Я не могу сказать, что я там... Ну, такие какие-то у меня есть тайны, какие-то места... Очень популярные, наверное, такие попсовые места. Я люблю в Одессе, люблю съездить во Львов. Вот сейчас мы на Новый год едем в Буковель. А вот. ну, ну так. Сам Белл вот. ВЛТ сказал, что ты думаешь, да сейчас там намечается ну, что, что, делать? Радиозна... Пусть... <laughs> да, да, что, что, делать? Сейчас вариантов немного, поэтому... А, есть какие-то места в свете, может быть, обязательно в Украине, где вы чувствуете себя максимально энергийно? Ну, тобто, вы знаете, -то мне, місце... ось... мне, вот, я не знаю, как всем, но мне mm -hmm. очень нравится Париж. Я, я, очень люблю Париж, я люблю... Место кохания. Да, вот я такая романтическая натура, и мне, мне нравится Париж, я люблю, там, мама моя, она сказала, например, ей нравится Рим. Вот ей нравится я архитектура, да, а, а мне нравится Париж, мне нравятся эти улочки, мне нравятся рестораны, мне нравятся какие-то музеи. Энергетика, я безумно, да, да, я безумно люблю музей Ив Сен Лоран. Там такой, он не так давно открылся, но это очень классный музей. Ведь, ну какая-то своя атмосфера есть. Понятно, какие-то попсовые места. Я сходила во все кабаре, там Крейзи Хорс, Муленруш, Ледо. Но я люблю вот. Попереду в Украине с 8 по 24 сентября да. у нас локдаун. Що плануєте робити? Чи кудись uh, У меня есть вариант уехать в Минск, там все открыто. <laughs> вот, и у меня есть вариант просто проводить время, наслаждаться, проводить время с семьей. Вот, я думаю, что я придумаю. Я, у меня и мой, в тот карантин как-то я так очень спокойно, там онлайн-тренировки были, онлайн-курсы. Поэтому вот я вот как-то не, не прочувствовала, что я сидела, грустила. Мы, у нас даже какие-то съемки были, мы что-то там снимали. А не скажіть, а десь в Києві можна побачити виставку ваших картин? Чи це зазвичай ні на даний в Києві? момент? Ні, От ми ні да... ну, так давно. Ми проводили виставку в галереї Арт Его Ліки цією командою ми дуже часто вот за границю їздимо і там проводимо теж наші виставки. Ну і наостанок побажайте нашим глядачам, де брати сил, щоб все встигати і робити, і також новий рік не забудемо. Ну, бросил только питаться собственной энергией, никогда не отчаиваться, никогда не грустить, всегда думать только позитивно, понимать, что за какой-то черной полосой всегда придет белая полоса, и в жизни все решаемо это только дело времени, дело случая, и когда кажется, что все, у тебя опускаются руки. и... Тебя там покинули силы, и у тебя не хватает ни на что энергии, почему-то вот нам э, откуда-то Всевышний посылают на следующий день, ну, у меня, по крайней мере, так, э, какие-то новые проекты, новые планы, новые перспективы. И я желаю всем, чтобы вот у всех всегда хватало силы духа, верить только в самое лучшее, самое светлое. Mm -hmm. И бороться за свою жизнь, не опускать руки. Даже вот какие-то болезни, я помню, э, всегда думать, что все можно преодолеть и все, все можно вылечить. Круто, дуже круто. Ми дуже вдячні вам за розмову за те, що завітали до нас. З нами була Анна Гомонова, модель, художниця, бізнесвумен. Отака активна дуже жінка. Друзі, на цьому будемо завершувати. Ми вдячні всім за увагу. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Правда тут. І також ставте дзвоник, аби вам приходили повідомлення про те, що ми вже в прямому ефірі. І ми завжди залишаємо там для вас найсвіжіші і найцікавіші новини.